Собака не только друг человека, но и верный помощник во всем, в том числе и на службе. Наша съемочная группа отправилась в Шумерлю, где служит настоящий Мухтар. Ежедневную тренировку Мухтара легко принять за съемки популярного сериала. Только Муха, как его ласково называют между собой полицейские, самая настоящая следовая собака, состоящая на службе в Шумерлинском муниципальном отделе полиции. Служебной собакой я прошел обучение в 2014 году в ростовской школе города Егорьевска, филиал. И с этого времени мы с ним по сегодняшний день работаем вместе. Подготовка будущих служебных собак проводится самая серьезная. 4,5 месяца учебы, и собака потом подготовленная к службе становится. Получает документ, то, что прошла весь курс обучения, сдала экзамены, и с этого времени стоит на службе МВД. Свободное от расследования время Мухтар проводит за тренировками. Общий курс дрессировки, поиск на местности, прокладка учебного следа. Служебная собака всегда должна быть в форме. Способности Мухтара продемонстрировали и нашей съемочной группе. Все вещи были найдены и возвращены хозяину в целости и сохранности. Столь же быстро и эффективно работает Мухтар и на настоящих преступлениях. Взять хотя бы недавний случай. Похищение насоса из колодца частного дома в деревне Паяндайкино Шумерлинского района. Выехав на место преступления, Мухтар по горячему следу быстро вывел полицейских прямо к дому вора, который, к слову, находился в 1,5 километрах от места кражи. Надо сказать, что статистика раскрываемости таких мелких бытовых преступлений в Шумерлинском отделе полиции улучшилась во многом благодаря Мухтару. Богдана Дойникова, Валерий Рюзюков, Республика.